Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем Killer Instinct. Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем в Killer Instinct. Игрушка еще вышла в 2013 году только на Xbox One, если не ошибаюсь. Ой, не ошибаюсь. Xbox 360 или Xbox One. И игрушку анонсировали только 27 сентября на ПК. И сейчас мы ее посмотрим. Что она из себя представляет вообще. Какой-либо файтинг. Я не знаю, про него я как бы не слышал, про этот файтинг, если честно. Возможно, он довольно неплохой. Так, и тут выбор героев, только я не помню, здесь просто... Он вообще как тень, например. Давайте, я не знаю, ну, то просто случайный набор. А, и второй плавер, я не знаю, Скорпион. Шит, F2. F2, да, рандом. Все рандом, и я играю за Каргос. Каргос Барбос, короче, я не знаю, как его назвать. Бить я вообще не понимаю, на чё или на что вообще, или как. Ух ты. Ух ты, нифига, это типа это. Ну, ну, эффектно вышел. А, это типа это. Хищник, что ли, какой-то. Так, и мы начинаем список команд. Как это голосовой. Вниз, вверх, удар ногой, рукой. Сначала надо разобраться был. Оу. О-хо-хо. Вот это да. На чё мне бить-то, боже? Пока я разбираюсь, на чё бить. О, я разобрался, на чё бить. Вот это жестко. Фигня какая-то. Только я не понимаю, я нажимаю только одну кнопку и, в принципе, больше ничего не нажимаю. Оу, я что-то ему вообще нормально так это вкрячиваюсь его. Я ничего не нажимаю, это что за бадья вообще? Ух ты. Что это такое? А, ну, в принципе, вот. Кстати. Оу, здесь, кстати, это... Ой. Такой, типа... А, я сдох. То я думаю, чё я лёг вообще. То есть здесь, в принципе, можно что-нибудь делать. Главное, короче, это... Главное делать. Оу, оу. Чё такое был? Возможно, кстати, здесь на что-то нажимать, чтобы было это, супер удар. Я только не понимаю, на что. Если честно, как бы... А, здесь супер удар нету. Вообще, видели? То есть я даже ничего не успеваю нажимать. Здесь главное воткнуться с ним такой, значит, раз, вот, 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 вот. Опа. Опасность. Чувак, 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 оба. Все, я его убил. Да? Типа, ух ты, нифига себе, типа, призывайте. А существа, жалкое существо. Что вообще за фигня, если честно. А бонус за сложность один. Ну, конечно, это... Оу, опять я с ним. Оу. Кстати, здесь я не понимаю, ну, в принципе, здесь что-то очень много клавиш. Так, это, получается, ноги ударит. Это вообще какая-то фигня. Вообще, чувак, я не понимаю, что нужно делать. Ух ты, нифига. Вообще, можно вот просто стоять, вот фигарить. Вот, я не знаю, что вообще, что за драки. Вот здесь ноги, с руки, с ноги вообще. Пофиг вообще всего. Так, иди сюда. Иди сюда, я тебя достану. Опа, ух ты. Вообще, что за портал вообще?
Главное достать. Вот здесь ноги, вот, вот, вот. Ты его просто бьешь с ноги. Все, убил. Ребят, я могу, конечно, вот здесь вот с руки так получается. Ага, здесь. А если вот две клавиши нажать? Ух ты, ё-моё, все это как-то эффектно, кстати. Ух ты. Бабах. Чё это такое? На все клавиши. Главное нажимать на все клавиши, я так понял. То есть здесь проблемы вообще не... Он тебе не создаст даже проблем. Вот. Хлоп. Чё, давай файт. Чё за файт вообще? Давай, вот. С чуваками. Ну, как вы понимаете, здесь... О. Ну, ладно. Ох ты, ох ты, ох ты. А, я использую нижнюю фигню. То есть мы его убили. Давайте возьмем жалкое существо. И такой мир. Supreme. R. Так, переиграть. Давайте посмотрим. Переиграть. Выберите персонажа. Берем персонажа покруче. То есть давай вот этого Джака возьмем. Будем смотреть, как... без разницы вообще, как какое. Я переломаю тебя напополам. Вот чё, о чем разговаривает Джако. Ну, не знаю, как файт смотреть. Сказать по системе боевки, то есть, если честно, я вот как-то вот все вот касающих двумя руками, вот, ты стреляешь, вот бьешь, вот. Я его убью сейчас, даже мне кажется, он ничего не нанесет. Ох ты. Ох ты, воу-воу-воу-воу. Видишь, как все эффектно. О, вот, я ничего не могу сделать, он начинает бить, как я вот бью. То есть я ничего не сделал, вот. Вот, он раз защищается. То есть вовремя надо отойти назад, что ли? Давай, не бей меня. Ну не бейте, ну что ты такое? Думаешь, а, иди сюда, не-не-не-не, иди сюда, иди сюда. Не-не-не-не-не. Иди сюда. А, та-та-та-та-та-та-та-та, ты видал? Видал Джеки Чана в бою. С тобой, гандюн. Смотри, are you ready? Та-та-та-та-та. Ух ты, он. Тух-тух-тух-тух-тух-тух. О! Категория Джеки Чан. Так, ты чё думаешь? Ты крутой, что ли, а, чувак? Я могу нажимать на все на все кнопки, и я буду крутым. Вот все. А, не надо, не надо, не надо. О, воу, воу. Ух ты, нифига. Ты чё думаешь, крутой, что ли? Вот видал, что я могу. Вот еще раз так могу. Еще с ноги ударите. Еще могу с руки, еще с ноги. Еще у меня руки есть, ноги там, я не знаю, чё тут. Ча-ча-ча, иди сюда. Ты говно, давай, добивай, да, добивай, вот, вот, на это, хотя ратахары, хотя та-та-та, можешь, все. В принципе, чем-то классным это не назовешь. Средний урон по комбо, эффективность тренинга для... Ладно, давайте возьмем следующий персонаж. Я просто не знаю, как бы... Как вам показывать ледяного Аглатику? Пускай мы выберем его. Такое чувство, как бы, что я вообще ничего не делаю. Можно было обучение даже не проходить. Надо, кстати, посмотреть, как бы Галактика зайдет. Ну вот, я что-то пропустил. Эй, ты видал у меня, чувак, какие длинные руки? Я ты чё, как бы... Вот, ты что думаешь, все так просто, что ли? Вот. Ходи ты свою назад. Так, так, у меня еще, наверное, есть что-нибудь, нет? Вот, так, у меня есть ноги удар. Да. Все, это на G. Есть два удара, здесь тоже. Вот. Здесь я могу вот рукой длинной ударить. Ух ты, нифига ты там, что творишь, чувак, смотри, как я могу. Как бы вот так вот могу еще вот нажимать. Это реально, в принципе, файт, где вот надо просто нажимать кнопки. И ты будешь что-то вообще творить непонятно что. На L что-то нажать. Чувак. Вот.
Здесь вот, да, ты видал, какой я. О, кстати, еще одна комбо какой-то. Как-то раз. А, тут три клавиши тоже, да? Ой, смотрите. А я смотаюсь. Я не хочу с тобой драться. Бульк, бульк, бульк. Опа, бульк, 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 бульк. А, давай, давай, набивай. Ну ты тут. Ты что думаешь, крутой, что такой? Ты говно собачье вообще, что ли? Попутал берега. У меня тут еще есть. Давай, смотри, что это такое. Вот так вот. Вот ты вот думаешь, что я такой слабый. А-а-а! Ты вообще что-нибудь можешь, кроме как бежать вперед? Та-та-та-та-та-та-та. Просто нажимай, вот главное нажимать. Во-хо-хо-о. Что-то у него из тела вылезло. Чуваки, вот просто. У, ну что-то я что-то воспринял, кстати. Так, у меня, ты видал, как защита, что я делаю вообще? Ты вообще. Дай сделать. Ну я не знаю, короче, как назвать это. Ладно, давайте. У нас еще есть. Я даю шанс еще этой игрушке. Взять черепашку ниндзя. Ачарат! Это, знаете, не даже не черепашка, а лягушка, который был. Сейчас Дэнди, короче. Мы даем шанс ему. Раш. Давай, Дэнди против опять. Посмотрим, откуда он придет. Хо-хо. Парень, ты не видел, как я еще летаю? Я раздавлю здесь все. А, ну это типа это. А, ты видел меня? Так, давай посмотрим, черепашка-ниндзя. Лоб, ты видал что? Ты, кстати, можешь тоже как он смотрится? Да блин, да ты господи! Вот все, и пол жизни нет. Вот, я даже защищаться не могу. Что ты думаешь, а? Что ты думаешь, а? Так тара-тара, ты что думаешь? Куда как я кручусь вообще, кручусь. Да. Вообще ничего не могу нажать. Дал какой у меня язык, ты чё думаешь, так крутой что ли? А, ты чё, блин, ты чё, а? Как говно собачье. Боёвка, ты думаешь, что такой крутой что ли? У меня здесь, знаешь чё, я опять закручусь, заверчусь. Вот, у меня там жабры какие-то, видал, вон. Лоб, ты смотри, как бы со мной дела-то плохи. Лоб, воу-воу, у него такие большие руки, кстати. Я тебя попросил. Смотри, какие большие руки. Здесь еще, да, видал. Воу-воу-воу. Смотри. Опа. Давай, так. Просто бить можно и все. Ах ты, удары какие-то. Чувак, ты вообще понимаешь, что здесь в этой игре даже ты не сможешь ничего сделать, я просто могу бить тебя. Главное первому ударить, все. Тут главное первому ударить. А, давай, закрою. Крутящий момент. И все, я вот ничего не могу сделать. Как бы я не уворачивался, вот как и он. Yeah. Хо-хо-хо. Нифига себе. Ох ты. Что такое было сейчас? Черепашка вызвал. Я не знаю, что как назвать эту игру. Мне очков прибавили. Я типа крутой. Не знаю, если хотите просто красочный файт. Ну давайте последнюю. Может последнюю бабу, которая исчезает. Синие скины. Здесь скины можно какие-то брать. О, давай ее такую сделаем. Чувак, ты мне больше не нужен, не цветься. All nine side cry. Nine side hide right. Так, мы все. Последний шанс даю. Баба, появились. О, видал? Нифига она какая страшная. Иди сюда, видал, как у меня голова идет. Да вот, ты думаешь, все так просто, что ли? Хлоп. Нифига. Блин, у тебя меч вообще. Ты выдерживаешь вообще меч? Да блин, что ты вообще делаешь? Ты видал, что творю, а? О, вот. Давай, офигать. Девочка с Просковья, из Подмосковья, грустью и тоскою, снова одна. Нифига ты вообще,
Им даже шанс ничего не оставляешь, как. Ну, давай, 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 девочка, простой. Чё такое? Чё напускает какой-то? Эй, эй, а, охлади пыл. Охлади пыл. Чё такое? Чё ты пускаешь, дура? Оп, 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 оп. Давай, давай, не прекращай его бей. Охлади пыл. Да ладно, а че так ты делаешь? Бам, 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 5 ударов, давай. Комбо почти на свободе, комбо почти на свободе. Джангл, джангл освобожденный, давай. Ты че думаешь, такой крутой что ли? Давай, могу пинать тебя. Да, ты гандон. Давай, убивай, убивай. Давай, девочка. Охлади пыл, чувак. Да, смотри, смотри, что я могу из волос пускать. Вообще не понимаю, для чего она. Ууу, ты чё думаешь, а? Ты вот зря вот начал. Ты зря, опасность там, все дела. Давай, хоп. Хоп, хоп, хоп. Оу. Нифига себе. Вообще, что-нибудь делаешь вообще? Нифига она там надавала ему звездюлей. Девочка. Сюрприз. Ладно, ребят, на этом все. Я не знаю, краткий обзор был не краткий, но я думаю, 200 на файт она игрушку только чисто попробовать с каждым героем поиграть, а чтобы как-то вот завлекало, как файтер, я не знаю, игра навряд ли. На этом все, с вами был Шевиля, до новых встреч, пока.